Всем привет! Завершился первый соревновательный день Олимпийских игр в Токио. На первое место вышел Китай. На счету азиатской команды 3 золотых и 1 бронзовая медаль. Помимо него золото выиграли представители Италии, Японии, Южной Кореи, Эквадора, Венгрии, Ирана, Косово и Таиланда. Сборная России завоевала 2 медали – серебро и бронзу. Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из винтовки с 10 метров. Михаил Артамонов завоевал бронзу в турнире под тхэквондо в весе до 58 кг. Это худший старт России на летней Олимпиаде в истории. Команда также слабо стартовала в Пекине 2008 года. Примечательно, что главные фавориты игр – сборная США осталась без медали в первый день Олимпиады впервые с 1972 года. Во второй день, 25 июля, будет разыграно 18 комплектов наград. Что касается сборной России, то она повторила свой худший старт в истории летних Олимпийских игр. Также неудачно россияне начали Олимпиаду 2008 года в Пекине. Тогда на счету российской команды также были серебро и бронза. Это третий случай в истории, когда Россия завершила первый соревновательный день без золота. Помимо 2001 и 2008 года, это произошло в 2004 в Афинах. Тогда на счету россиян были 3 серебра и 1 бронза, и это лучший результат по общему числу медалей. На двух предыдущих играх, в 2012 и 2016 году, российские спортсмены брали меньше всего наград, по одной, но зато золотой. Надеемся, что следующие соревновательные дни для российской сборной будут только золотыми.